Всем привет! Кто-то занимается домашними делами, кто-то готовится к новому рабочему дню, кто-то вообще хочет переключиться на другой канал. И только вы, те, кто настроил себя на просмотр этой музыкальной программы, поступили правильно. Потому что вы первыми узнаете о самых интересных концертах, которые произойдут в ближайшее время. И будете в курсе всех околомузыкальных омских новостей. Компания «Шоу Маркет» желает вам приятного просмотра. А магазин London's Dogs рекомендует ходить на самые интересные концерты в комфортной и стильной одежде, таких марок, как Merck и Lonsdale. Ну что ж, я очень признателен тем, кто был с нами все эти годы. Спасибо вам за то, что вы смотрите программу «Околомузыкальные омские новости», на которой выросло уже не одно поколение. Сегодня мы завершаем серию репортажей о дискотеке СССР, событию, которое доказало, что делать шоу такого масштаба в нашем городе вполне реально. 14 февраля в СКК имени Блинова выступали такие легендарные звезды, как Алексей Глызин, Кармен, Технология. Но кульминацией концерта стало выступление горячо любимой омичами и потрясающей энергетической группы «Комиссар». И сегодня у вас есть возможность ощутить на себе этот безумный драйв и узнать, о чем рассказывал журналистам солист группы Алексей Щукин. А теперь специально для фанатов несколько новостей от группы «Комиссар». Во-первых, загляните в интернет на сайт www.komissar.ru, где вы сможете узнать всю историю коллектива со дня основания по сегодняшний день. Во-вторых, группа сняла новый видеоклип в Прибалтике на песню «Ты уйдешь», который, кстати говоря, скоро появится в эфире, и программа «ОМОН» первая покажет вам его. И в-третьих, скоро выйдет новый альбом группы «Комиссар», который будет более оригинальным по звучанию и порадует новыми хитами. Нас с тобою любовь пророчили, что на свете бывает нечасто. Звезды с неба на землю падали, и я поверил в счастье, и я поверил в счастье. Ты сказал, поэтому я не определился с идеалом. Я просто считаю, что женщина сама по себе прекрасна, и я ее воспринимаю такой, какая она есть. Мне может не нравится что-то в ее характере чуть-чуть, но это поддается дрессировке, как показывает практика. А может, мы как-то конкретизируем, например, каждый назовет, скажем, вот какую-нибудь известную девушку, с которой бы хотели познакомиться поближе. Я с известной девушкой не хотел бы познакомиться поближе.
нет, не понравилось, честно. Я не хотел бы послужить в армии еще раз. Но ничего страшного в этом тоже не увидел. Было тяжковато первые полгода, а так оно. Я вообще редко праздную праздники, так уж сложилось. Я думаю, что ребята тоже. У них больше получается работа, чем праздновать. Я не знаю вообще, какие песни у нас будут сегодня, как обычно, в принципе. Все. Коммер будет скрываться так перед началом. Как это все? Я не так серьезно подготовился, как группа «Технология». Поэтому я пришел на экзамен абсолютно подготовленным. И на самом деле я даже не знал, куда меня ведут через ярмарку. Я думал, что за президентом кого-нибудь сделаешь. Но, к сожалению, все киоски были закрыты. Поэтому что будет на концерте? У нас, как обычно, идет полный экспромт. Я не знаю, сейчас ребята отстраиваются, а я здесь. А теперь впечатление от выступления группы «Комиссар». Неплохой получился экспромтик, ведь публика особенно ждала именно эту команду. И когда они появились на сцене, стояла, как говорится, в шутку на ушах. Особенно представительницы слабого пола, которые этими органами, собственно, и любят. В данном случае артистов. «Комиссар» скандировал народ, и Алексей не обманул их надежд. Целая обойма хитов сотрясла стены СКК, и тысячи рук аплодировали, что есть силы своим любимцам. Были и трофеи, среди которых женское нижнее белье. Его кинула на сцену какая-то особенно любвеобильная фанатка. И шапки-ушанки со значками времен СССР. Словом, на этой дискотеке, несомненно, все лавры достались именно комиссару. Да и не могло быть иначе, ведь качественный продукт всегда востребован. Подводя итоги, не могу не сказать о том, что 80% народа действительно в тот день пришло на группу «Комиссар». Почему? Ответ прост. «Комиссар» по-настоящему народная группа, тексты песен незамысловатые, и порой каждый второй может узнать в них себя. Ранжировки сделаны по всем необходимым современным стандартам, а живая соло-гитара добавляет их песням драйв. И самое главное, их песни искренни, а это очень важно для слушателя. И могу сказать честно, что в жизни это очень скромные и добрые люди, без признаков звездной болезни, которые любят и ценят своих поклонников. И поэтому мы увидимся с этим коллективом на концертных площадках города еще не раз. Да здравствует диско! Да здравствует дискотека СССР! Да здравствует Омск! Продолжение следует. Ура! Околомузыкальные омские новости. Ну вот и все, о чем я хотел рассказать вам в этой программе. Смотрите нас на следующей неделе, и вы увидите эксклюзивное интервью с солистом группы «Жуки» Валерием Жуковым, а также узнаете все о том, как проходил этот концерт. Будьте здоровы, слушайте хорошую и интересную музыку. Увидимся! Мы всегда там, где происходит что-то интересное. Пока!